Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим создавать наши творения, в частности подвесочки. Это мы уже с вами все пройденный этап. Сегодня мы с вами сделаем вот такое сердце, подвесочку. Вот так оно у меня получилось. Смотрите со всех сторон. Что мы при изготовлении этого сердца будем использовать? Проволока 1 мм, медная в данном случае. Оплетать мы проволокой будем 0,3 мм. Тоже по цвету медная. Но это медь из катушек, она очень плохо поддается патинированию. Правда, я еще не пробовал ее с серной печенью. Вот, но попробую, вам потом скажу, какие у меня успехи в этом. Сначала мы берем три проволоки. Вот здесь у нас начало нашего произведения. Здесь просто три штучки. Вот они собраны, здесь петельку убрана. Вот это у нас начало, отсюда мы идем. Какой здесь способ плетения? Опять порисуем. Вот у нас три проволоки. Здесь мы плетем все через верх, никаких восьмерок. Два раза захватываем две проволоки снизу. Два раза верхнюю, среднюю. Два раза нижнюю, среднюю. И вот таким чередованием мы оплетаем три штуки проволоки. Основные, основу. Двигаемся дальше. В данном месте, то есть вот с задней стороны, наверное, будет лучше видно. Здесь мы разъединяемся. Одну запускаем, на нее крепим бусину. Дальше продолжаем оплетать две проволоки. Этот способ мы с вами уже, по-моему, оплетали. Раз, два, три, четыре. Мы оплетаем одну проволоку. Два раза оплетаем две. Раз, два, три, четыре. Две. Раз, два, три, четыре. Две. Тоже здесь без восьмерок, оплетка все идет по кругу. Продолжаем сюда, на эту мы насаживаем бусину, продолжаем, вот здесь мы вышли наверх. И вот здесь, в этом месте, от бусины вот этот провод одиночный, мы снова его, вот здесь лучше видно, снова возвращаем в три нити, то есть оплетаем снова три. Вот она здесь в глубине, я вам показываю на этой, но она вот она. И продолжаем дальше. Вот она у нас пошла. То есть вот здесь мы разъединили, насадили бусину. Здесь мы снова соединили три вместе и снова начали оплетать, как мы и оплетали. В этом месте мы заканчиваем оплетку, прячем, обязательно прячем кончик тонкой проволоки, делаем легкий изгиб. Здесь пошли у нас три одиночные, и здесь уже, я думаю, сообразите сами, как охватиться, вывести две. Я все концы спрятал вот сюда, как я вам уже говорил, под эту. Все концы у меня ушли туда. То есть снаружи ничего не цепляется. Все гладенько и чисто. Немножко подполировал я войлочным кругом. Вот такая получилась. Чтобы вы сориентировались, вот прямо сейчас линейкой смотрите.
по ширине она у меня получилась 45 миллиметров от самого кончика до конца петельки 60 миллиметров. Несложная, но такая симпатичная. На этом все. Пока, до скорых встреч.